Активисты Одинцовского отделения партии «Единая Россия» передали общественному движению расходные материалы для занятий тактической медициной – жгуты разных видов, бинты, повязки. Помощь была оказана в рамках акции «Добрые дела» и партийного проекта «Военные городки». Также прошло теоретическое занятие для добровольцев по правилам оказания первой помощи при кровотечениях. Встреча прошла на площадке Центра культуры и творчества «Кубинка».